Всем привет! Я буду озвучивать мини-фильм «Ты у меня в заложниках». Ну, не будем тянуть и начинаем. Не подскажете ли вы, где находится 10-й Б? Нет, не подскажу. Вали. Какой грубый. Значит, свали с дороги. Застанешь? Да пошел ты. Упс. Ты даун? Ты там не огрызайся. Лучше приправь юбочку. После школы. Эй, кис-кис-кис, подойди ко мне. Почему гуляешь так поздно? Ты типа маньяк? Я и есть он. Давай только без сопротивления. А что будет? Так что будь хорошей девочкой. Боже. Мы так и не познакомились. А зачем нам друг друга знать? Ладно, забей. Я вижу, как ты краснеешь. Давай держать дистанцию. Ты разве меня не хочешь? Нет, чего ты это взял? По характеру понял. Я устала. Тебе холодно. Это легко исправить. Через некоторое время. Чего такая удивленная? Ты тот самый парень? Ну да, и что? Как я могла влюбиться в друга? Да ничего. Ну ладно, тогда я пошел. Может сбежать? Знаю, плохая идея, но все-таки нужно попробовать. Позже. Как-то высоковато. Продолжение следует. Сейчас. А, вот это. Хотела сбежать. Нет. Я просто хотела прогуляться. Без моего разрешения? Прости. Может, познакомимся? Ладно, я Дарья. Где 17? Ульяна, 16. Может, поиграем в плохую игру? Я сейчас приду. Жди здесь. Хорошо. Вы не видели свою одноклассницу, Улья? Нет, я не знаю, кто это. Почему вы заикаетесь? Мне срочно нужно обыскать вашу квартиру. Не советую заходить в мою комнату, там бардак. Мне пофиг, ты бардак. Мне жопа. Все чисто? Простите за грубость. Тем временем Ульяна идет, угрожал мне. Она моя, чувак. Кто тебе сказал, что она твоя? Чувак, отпусти ее. Вали, слабак. Вали, слабак.
Это все из-за меня. Это все... Чем сбежала шавка? Прости меня, прости. Ладно. Дома у Нади. Я тупой, почему выйти со школы? Я в депрессии, не знаю, кем мне выгоднее будет тупить. Я ленивый и вообще не представляю. Хватит. Вы арестованы за похищение. Ну, по-моему, там только две части, больше нет. Ну, так что все, вы десятки, наверное. А, ну да, все. Всем пока-пока.